Привет. Ты давно здесь меня ожидаешь? Да нет, ну, время тянулось долго. Понятно. Ну, пошли. Кажется. Я уж, честно говоря, хотел тебя в розыск объявлять. Ну, на случай, если ты передумала. Угу. Не явиться на свидание со следователем – это опрометчиво. Ого. Это что, свидание? Ну, я же не только следователь, но еще дознаватель. Пошли. Вообще-то, раньше здесь часто бывал. У меня приятель был тоже, Джаса пошел. О, тут когда-то были потрясающе вкусные домашние лимонады. Я спрашиваю, составишь компанию? С удовольствием. А, сейчас. Сначала имя. Алло. Алло. Ваш лимонад, сударыня. Что-то душно. Пойдем в зал. Хорошо. Ты как? Все в порядке? Нормально. Так. Третье, четвертое. Разрешите? Благодарю. Спасибо. Осторожно, Лер, садись. Садись. Лер, ты точно в порядке? Да. Слушай, а ты никогда не думал, откуда в том подвале мог взяться железный пруд? Думал, конечно, не раз. Но слушай, давай хотя бы сейчас не будем о работе. Давай не будем. Выключи! Выключи, говорю! Выключим. И
руля сидел не только Брагин, а еще кое-кто. Он и избавился от Брагина и отвел подозрение от себя твоими и моими руками. А теперь он хочет убрать и меня. Я бы мог бы слить его в ФСБ, но есть риск, что он перехватит информацию, и тогда все. Ты должна выложить информацию, распространить по своим каналам. Обещай, что ты ведешь это до конца. Даже если скажу имя человека, которого... Черт! Ну чего? Пока глухо, Олег Николаевич. Стрелявшего никто не видел. Ни лица, ни фигуры. Улик не оставил. Работал явно профит. Твою мать, колесо. Сюда, сюда. Сейчас все есть, я сфиксировал. Олег, прости меня, я не могла не поехать. Тебе вообще не должно было там быть. Ты должна была мне сказать. Я хотела тебе сказать, Хотела и ничего не сказала-то, а? Чего не сказала? К слову не пришлось, хотела она. Послушай, хватит меня отчитывать. Если бы я тебе рассказал, Колесников бы не стал говорить. Это ты так считаешь. А со мной не посоветовалась. Я идиот. Думал, мы вместе, но нет. Ты так привыкла. Все привыкла решать сама. И даже если знаешь, что ошибаешься, и доверять не умеешь, и учиться не хочешь, вообще вокруг себя никого не видишь. Ну что, тренинг проверил, все чисто. Приехали. Это что такое? Охрана. Так что дом не покидать, и все перемещения только с моего ведома. Я правильно понимаю, что это домашний арест? Понятно. Так, Валерия Андреевна, я действую в интересах следствия. СК не может допустить, чтобы убийца добрался до вас. Вы свидетель. Если сами не понимаете, то очень жаль. Выпустят из дома. В каком смысле? Что случилось? Да, ничего не случилось. Так, не-не, все нормально, нормально. Давай я тебе потом перезвоню. Ну, ладно. Пока. Фу, к тебе как к президенту. Привет. Привет. Я думал, все уже закончилось. Я тоже. Проходи. Тебе от всех наших привет. Спасибо. Представляешь, от Авдеева вся команда ушла. Мы теперь открываем свое агентство. Пока арендовали небольшую студию на окраине. Но это только пока. Молодцы. Я тебя поздравляю. Я хотел сказать, Лера, что это все только благодаря тебе. Да, знаешь, я раньше считал себя алкашом, там, неудачником, в общем.
полным нулем в профессии. Ну, дураком одним словом. Но теперь я понял, что вселенная не только вокруг меня крутится. Оказывается, есть и другие люди. Я очень хочу помочь тебе. Как? Значит так. Для начала ты дашь мне список, что купить. Я мигом смотаюсь в аптеку и за продуктами. У тебя даже кофе стопудово нет. Откуда ты знаешь? Если был, ты бы предложила. Жду список. Спасибо. Олег Николаевич, мы все перерыли. Тухляк прям. Камеры просмотрели по нулям. Свидетелей нет. Смирнова слышала только выстрелы. Только выстрелы. Только выстрелы. Все, давай. Спасибо. Валерия Андреевна, нужна от вас кое-какая информация. Да, конечно, Олег Николаевич. Сколько выстрелов вы слышали в момент убийства Колесникова? Два. Два? Вы уверены? Абсолютно. А что? Почему это так важно? Что Колесников отстреливался? Олег, я прошу тебя, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Спасибо за информацию, Валерия Андреевна. Ну, что там у тебя? Я о таком только на лекциях по криминалистике слышал. Вот результаты вскрытия тела Колесникова. Посмотрите на снимки, Олег Николаевич. Две пули, одна в другую. Вы видели такое? Пошли. Кто так завязывает, а? А зачем вам дело Смирнов? Подожди. Достанем снимок Колесникова. Так. Так. Вот это да. Как будто тот же самый снимок. Снимки-то разные. А вот стрелок. Стрелок один. Проходи. Не-не-не-не. Доставка до холодильника. Короче, я купил немножко больше, чем ты заказывала. Тут вот и фрукты, орешки, бананы, творог. Я не знаю, какой ты любишь. Спасибо. Ты чего? Что-то случилось? Звонил Ильин. Так. Плохие новости? Да я не знаю. Спрашивал про выстрелы. Знает что-то и ничего не говорит. У тебя же есть свои контакты в СК? О-о-о! Здорово. Привет. Взятка тебе, без сахара. Ну как сам? Че, какой-то недавно юбилей был в школе, ты не ходил? Да куда там? У меня завал. По твоему вопросу. Пошли. Пошли. Вот, смотри. Это что-то. Об этом в учебниках напишут. Одна пуля в другую. Я сперва сам не поверил. Не может быть. О, знакомые лица, какими судьбами? Ну, я пошел. Спасибо за кофе. Тебе Лера прислала? Как она? Как тигр в клетке. Видишь? Похоже, что в твоего отца и в Колесникова стрелял один и тот же человек. Ты найдешь его? Тупой вопрос.
Нет, ни одной зацепки, ни одной. Все, Петя, ты поезжай домой, мне нужно поспать, я больше не могу. Нет, Лера, рано или поздно мы что-нибудь найдем, и это все закончится. Да не закончится ничего, потому что мы по кругу ходим. Я думала, я могу что-то сделать, чтобы закончить этот кошмар. Ничего я не могу. Бедный мой малыш. Зачем его рожать на этот свет, где все вот так? Я не знаю, что сказать. Я просто очень хочу, чтобы у тебя и твоего малыша все было хорошо. Спасибо. Проводишь? Извини меня. Я просто устала. Знаешь, я понимаю, что сравнение не вполне корректное, но после аварии я кое-что понял. Все зависит именно от тебя. В любой ситуации есть выбор. Можно опустить руки, сдаться, но есть и другой путь. Можно каждый раз начинать все с самого начала. До тех пор, пока не добьешься желаемого результата. Доброй ночи. Начать все с самого начала. Вот это победа. Какая же ты у меня красивая. Какой ты у меня молодец. Я тебя поздравляю. А я тебя. Отметим? Мне нужно переодеться. Только быстро. Быстро, быстро. Одна минуточка. Случилось? Здравствуйте, Олег Николаевич. Олег, я вспомнила, и это все меняет. Ты помнишь Ладыгина? Следователя, который вел Юрина дело. Но? Который на них же и работал. Он спрятал улику, потому что бокалов было не два, а три. Понимаешь? Там написано, что бокалов было два, их было три. Мой, Юрин и еще кого-то, кого Юра сам мог впустить в дом тогда, кого он знал лично. Здесь бокалов два. А на самом деле их было три, и я это вспомнила. Чего ты смотришь на меня? Ты мне не веришь. Конечно, я сейчас не могу это доказать, но это стоит проверить. Здесь был кто-то третий. В таком случае нужны имена. Все. Тут больше 200 имен. Ну, Юра был общительным человеком. У нас дома всегда было полно народу. Оно и видно.
всех проверить мне нужен, ну, по крайней мере, месяц. Олег, у нас нет этого времени. С убийством Колесникова это формально никак не связано. К делу Брагина никто возвращаться не хочет. Конечно, лишнего человечка мне никто не даст. Я один. Нет, ты не один. Я знаю, что делать. У нас, конечно, бардак, но это временно. Ничего, скоро ремонт закончим и... Короче, планы наполеоновские. Проходим. Лера! Здравствуйте. Здравствуйте. Лера. Здравствуйте. Лер, привет. 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 Я очень рада всех видеть. Так, коллеги, минуту внимания. Угу. Сейчас не время для сантиметров, еще успеем пообщаться. Валерии Андреевне очень нужна наша помощь. Да. У нас есть список из 200 фамилий. Нам необходимо их все пробить. Давай. В общем, мы ищем уникального стрелка. Проверяем связь каждого человека в этом списке с МВД, со спецназом, с военными, даже если он просто служил. Нас интересуют любые участники стрелковых соревнований. Любители, профессионалы, все. Как только появляется любая зацепка, нужно выяснять, где этот человек был в прошлое воскресенье с 7 до 8 часов вечера. Именно в это время был убит следователь Колесников, причастный к расследованию дела об убийстве Юры. Да. Ну что тут у вас? Ничего, пока глухо. Мне тоже порадовать нечем. Ясно. Продолжаем копать. Никого не забыла? Нет. Мы проверили всех. Ильин звонит. Алло. Слушай, Лер, а почему в списке нет Тополева? Тополева? Да нет, Олег, это... Абсолютно исключено. Тополевы друзья, по сути, семья, самые наши близкие люди. Ну, все-таки... Миша, лучший друг Юры. Была ситуация, когда он ему жизнь спас. Это точно мимо. Ты понимаешь, что такое дела? Тополев служил в МВД и начинал одновременно с Брагиным. Ну... Олег, это фантазии. Ты понимаешь, что они за городом были, когда Колесникова убили? Церковь выбирали для крестин. Ой, мне же еще надо рубашечку купить и крестик. Ладно, Олег, давай, я на связи. Фантазии, говоришь? Лерка, боже, какая прелесть. Просто как для ангела. Слушай, чего-то я так волнуюсь. Да ты что, не волнуйся. Там такой батюшка потрясающий. А место какое. Уезжать не хотелось. Но нам пришлось в воскресенье срочно рвануть в Москву. Так вы приехали в воскресенье? Да, там утопали уж что-то с машиной, надо было в сервис, но сейчас уже все хорошо. А в котором часу? Да, часов 6. А какая разница? Уже все нормально. Давай собираться, а то опоздаем. Девочки, дайте быстрее, там Ванечка взмокнет. Да, Миш, сейчас идем. Понятно.
Не надо. Давай не будем портить праздник, а? Ой, ну что же вы так долго? Ребята уже уехали давно, мы опоздаем. Даже если ты что-то напутаешь, не страшно. Главное, что искренне. Правда, Миша? Ну да, да. Да, и все длится минут 40, не больше. А потом в трапезной посидим. Там все, говорят, такое вкусное, свежее. Пирожки, как ты любишь, с капустой. В общем, не переживай, все будет хорошо. Ну давайте скорее, нас уже ждут. Все, бежим. Пошли. Не делай глупости, а? Ну, ради наших малышей. Поворачивайтесь лицом на запад, спиной к алтарю. Отрицаешь ли себя сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его? Отрицаюсь. Отрицаюсь. Отрицаешь ли себя сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его? Отрицаюсь. Отрицаюсь. Отрицаешь ли себя сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его? Рядом с больницей. Да, сейчас доктора Леру посмотрит. Хорошо, хорошо. И сахар обязательно проверим. Да. Альгунь, ну, все беременные падают в обморок. Это нормально. Да. Нет. Задремала. Хорошо, я передам. Не волнуйся так. Я очень тебя люблю. Помогите! Спокойно, спокойно. Помогите! Лер, так хватит!
хватит. Мишенька. Надо было сразу тебя убирать. А теперь только грязь разводить. Ах, Лерка, Лерка. Я же из-за тебя сдал Брагина. Из-за тебя. Чтоб ты жива была. Дура. Миш, ты же не был таким. Ты что, думаешь, у меня были варианты? Когда твоего начальника убивают. И всю его семью тоже. И не просто убивают, а сжигают. Наши дети в один детский сад ходили. Я как представил себе, там на пепелище мою Аньку. Сразу язык прикусил. Сразу. И стал делать то, что мне говорят. А потом понял, что гораздо безопаснее быть у руля. Миша. И схема с посадным фондом тоже моя. Это что же все? Ради семьи? Ничего ты не понимаешь. Дура принципиальная. Это же я из-за ваших чертовых принципов стал убийцей. Я вообще не касался всего этого дерьма, пока Смирнов не влез. Я же его простил, предупреждал, умолял даже, а он… Я же каждый день об этом думаю. Каждый, Лера, божий день. Каждый. Спокойно. Спокойно, спокойно. Сами во всем виноваты. Сами. Оля, объяснишь? Ты как-то это вообще всем объяснишь, Миша? Ну, а как объясню? Ты захотела пить, я вышел в магазин. Вернулся, тебя уже не было. Дверь машины была открыта. В салоне были следы борьбы. Тебя похитили. Нас, наверное, вели от самой Москвы. А что я мог сделать? Пойдем прогуляемся. Дергайся! Да что там еще? Лера! Лерочка! Лера!
Лерочка! Лера! Ты чего прячешься? Оля! Оль! Умница моя! Умница моя! Умница! Я знал, что ты все сделаешь правильно. Ну, что такое? Ну, что такое? Ну, прости меня. Ну, ты пойми, я же не мог поступить иначе. Ну, ты же знаешь, мне ничего не нужно. Я же ради вас старался. Ради вас, ради нашей семьи. Родная моя, поверь мне, пожалуйста. Все будет хорошо. Ну, пожалуйста, я уже все придумал. Мы должны бежать. Мы еще можем начать все сначала. Мы с тобой вместе. Начнем новую жизнь. Мы забудем все это, как страшный сон. Мы перетащим к себе ребят. Мы уедем с Ванечкой. Мы будем жить все вместе. Все вместе будем жить на берегу моря. Ну ладно, правда, что ли? Да. Слушай, ну, может, по традиции буфет? Угу.
Кто-то говорил, что там потрясающие лимонады. Да неужели? Прошу. Так, погоди, у меня тост. Давай выпьем за этого малыша, который позволил нам сходить на концерт. Надеюсь, ему тоже понравится. Я уверена, что он уже очень любит джаз. Еще бы. Это, кажется, у тебя. Это Олечка. А? Олюшка, привет. Верка, у нас срочные новости. Ванька сказал первое слово. Я тебя поздравляю. И что же он сказал? Наверное, бабушка? Смеешься. В наше-то время. Конечно, он сказал. Верка, я так сюрприз. Так хочу успеть погладить твою пузико. А вот еще что. Я завтра поеду в мол. Что тебе еще купить? Пойдем. Нет, ничего не нужно. Ты знаешь, нам пора в зал. Третий звонок. Я очень по тебе скучаю. Передавай, пожалуйста, всем привет. Как она? Держится. У нее внук заговорил. У нас первый ряд, все отлично. Погоди-ка, садись. Садись аккуратно. Садись. Вот. Это судьба. Мы все-таки на них попали. Не стесняйся, папаша. Бери свои сокровища. Не боишься?